18 февраля 21 года встречаю дочку в аэропорту. Она прилетела из Танзании и вижу, что там какие-то вопросы у нее с нашими доблестными пограничниками. Вот, вижу, что там они разговаривают, что-то там мне рассказывают. И она вчера вылетела с Танзании, сегодня вот она прилетела в Ригу, там через Амстердам. В Амстердаме проблем никаких не было. Вот она, бедненькая, там что-то объясняет перед таможенниками, да? Ну да, так бывает. Ничего страшного. Я думаю, сейчас я ее дождусь, свою любимую доченьку. Хотел ее быстрее увидеть. Но, к сожалению, я не могу пойти там ей помочь. Естественно, я помог бы просто в этом непростом процессе общения с нашей таможней. Но пришлось ей выкинуть. Я вижу, что она что-то выкинула. Выкинула те вещи, которые это самое, наверное, хотела нам привезти и подарить. К сожалению. Ничего страшного. Доченька, любимая, тебя что-то забрали у тебя. Забрали твои фрукты, Денис, мои Танзании. Фрукты. Мои фрукты. Забрали мои фрукты с Танзании. Евелиночка. Доченька моя. Я хотела видео снимать, но почему-то... Не. Еленочка, все, забрали мои фрукты. Дочка мне пожелала, ты сказала, что привезла фрукты, но не привезла. Скажи, да. Веленочка, что-то, а? Все будет хорошо. Родная моя, скажи, ты же помнишь, папа тебя провожал, а сейчас это самое встречает. Да, все будет хорошо, вот это главное. Папа. Все будет хорошо, да. Но ничего страшного. Главное, что ты прилетела, а фрукты мы потом вместе с тобой покушаем в Танзании, да? Хорошо. Все, всем хорошего дня, спасибо вам большое, дочка прилетела, жизнь, значит, будет в нашей стране тоже улучшаться, потому что в Танзании она ее улучшает. Все, спасибо большое. Все, доченька.